подарили детям сказку. На сцене Самарского театра кукол ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина спектакль по одноименному произведению поэта. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. В зале особенные гости – дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и ребята из многодетных семей. У нас дружба такая крепкая. Поэтому мы очень часто бываем, наша категория деток бывает в театре. Жизнь, она очень такая сложная, суровая. И сказку красочную, веселую дома не всегда увидишь. А придя сюда, все-таки театр – это музей для души. И красиво, и познавательно. И дети общаются. Это очень важно. На самом деле праздник это один, потому что русский язык невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина, который, по сути-то, собственно, его и создал. Да, и Александра Сергеевича Пушкина в отрыве от русского языка тоже представить сложно. Помимо спектакля, программа для юных зрителей насыщенная. В фойе театра выставка юных художников «Царство золотой рыбки». Викторина, посвященная великому русскому поэту, экскурсия по театру, мастер-класс по созданию кукол и, конечно, подарки. Мы стараемся постоянно приходить в театр, потому что детям очень нравится, нам взрослым очень нравится, мы ходим всей семьей. Нам очень нравится яркое представление, очень интересное, насыщенное, доброе, светлое. И особенно приятно, что уделяют внимание тем писателям, которых уже давно нет. Александр Сергеевич Пушкин, ну, конечно же, взрастил это наше золото. И очень радостно, что наши дети могут расти на его произведениях даже сейчас в современном мире. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – не единственный спектакль в репертуаре театра, поставленный по произведению Пушкина. На сцене также можно увидеть сказку о рыбаке и рыбке. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.